расстояние 4-5. Теоретически он на 500 метров должен стрелять, до 500 метров. А я думаю, что если вы стреляете на 500 метров, дела ваши совсем плохи. Вы выставляете на П постоянный прицел и стреляете. А я сейчас покажу здесь, на этом автомате. У него ствол длиннее, ровно в два раза. У него есть уже регулировка. Если у вас с глазомером все нормально, вы можете выставить. Это гражданская версия, здесь только до 300 метров. Но в основном теоретически до 10, это очень оптимистично, конечно. Вот. Ну, до 600 метров вы с него куда-то, если вы опытный солдат, попадете. Вы выставляете прицел на П, это равняется постоянным прицелом. До 300 метров вы попадете размером в ведро. То есть, вот. Поэтому смотрите дальше. Вы выставили на П, поставили прицельную. Вот. То есть даже если он будет стоять на максимум, вы хоть куда-то попадете с близкого расстояния. Но если вы стреляете дальше, что, судя по всему, вы не планируете делать, вот, тогда вам просто нужно поставить на П. Вы будете знать, что пули летят в ту сторону. Дальше. У этого оружия есть автоматический одиночный огонь. Чтобы стрелять одиночным, вы можете стрелять хоть как пушки, вот так, с мушкета. Если вы собираетесь стрелять автоматически, вам надо зажать его немножко плечом, вдавить его. Потому что только это, оно сразу уйдет. Если вы будете вот так стрелять, у вас все уйдет. Поэтому вам нужно встать, выставить одну ногу вперед, взять немножко, согнуть спинку здесь и вдавить его в плечо. Все, вот. Этой рукой вы можете переживать. Есть наставление крюка, рабочей крестьянской красной армии, вы можете отставлять его локоть. Здесь этого делать не надо. Во-первых, если вы стреляете из-за угла, первым появится ваше плечо. Вот. И здесь рукоятка позволяет удерживать ее спокойно. Вы можете вот так вот опустить руку, должны держать. Все. Это все исключительно моя точка зрения. Вы можете стрелять хоть вот так вот и можете попадать. Понимаете? Вам надо занять позу, которая будет для вас удобна. И чтобы когда вы нажимаете, ваши пульки летели в сторону, куда вы хотите. Вот. Да, совершенно верно. Не патрончики летят, а пульки. Вот. Поэтому сейчас вы, понятно, да? Немного выставили ногу вперед, вы должны определиться, какой у вас глаз целится.